Онкодиспансер в Красноярске не перейдет в частные руки. Об этом сегодня на сессии законодательного собрания заявил заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов. О том, что половина учреждения достанется бизнесменам, заговорили после того, как стало известно, что главврач онкоцентра Андрей Модестов уходит с должности. А в сети появилась информация, что на достройку второго корпуса больницы якобы не хватает денег, и часть работ может взять на себя некая частная фирма, требуя взамен долю в 50% в качестве учредителя. Подкорытов опроверг эти домыслы и заверил депутатов, лечение онкобольных жителей региона останется бесплатным. Что касается 50%, такого нет и не было. Соглашение подписано, но оно носит рамочный характер. О намерениях не планируется. Значит, ни отчуждение, ни изменение статуса. Это остается краевым бюджетным учреждением, таковым оно и будет оставаться. Кандидатуры на должность руководителя Красноярского онкодиспансера в правительстве края пока не называют, но уточняют, пост главного врача сможет занять специалист с ученой степенью, при этом он обязательно должен будет иметь опыт работы в этой области и соответствующую категорию. И как стало известно час назад, Андрей Модестов станет советником губернатора края, он принял предложение главы региона. В новой должности Модестов продолжит курировать вопросы оказания жителям помощи в борьбе с онкозаболеваниями.